Здравствуйте, эфир продолжает программа «События». В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Проверка в акватории реки Самары. Сотрудники рыбоохраны, ГИМС, полицейские и общественники провели рейд по выявлению незаконных сетей в период нереста. Не больше 25 км в час. В России разрабатывают новые правила для электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Магнитная буря красного уровня. Какие дни во второй декаде мая неблагоприятны для метеозависимых? И как поддержать организм в период геомагнитного шторма? Самая жизнеутверждающая тема – рождение ребенка. В театре драмы премьера спектакля «Весы» по пьесе Евгения Гришковца. Обыграла третью ракетку мира. Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Риме. Вышли на борьбу с браконьерами. В акватории реки Самары прошла акция «Живая Волга». Сотрудники Росрыболовства, ГИМС, полицейские и общественники устроили рейд по выявлению незаконных сетей в период нереста. Акцию проводят в преддверии Дня Волги, который отмечается 20 мая. Детали расскажет Андрей Горгуленко. Вот такие сети у нас стоят на притоках Волги. И, соответственно, во время нереста уничтожается не одна вот такая рыбка, которая живая, мы ее сейчас отпустим, а уничтожающие еще десятки тысяч икринок, которые потом сделают Волгу более богатой и полноводной. В одной браконьерской сетке длиной более 50 метров может быть очень много рыбы. В той, которую достают из воды, общественники совместно с надзорными ведомствами оказалось более 30 лещей. Все они живыми были выпущены обратно в воду. За один рейд специалисты могут обнаружить до 12 таких незаконных сетей. В основном ищут их в популярных местах и там, где преступники были замечены правоохранителями или жителями. Те жители, которые проживают в данной локации, они видят активность, то есть это кто-то подходит на маленьких лодках, какая-то активность, связанная с одним местом, то есть она имеет продолжительность, сети ее выставляют. Возможно, если ночное время, это светят фонариком. И, соответственно, потом где-то здесь неподалеку находится, в принципе, хозяин данной сетки. Ловить рыбу сетями в принципе запрещено, а в период нереста и подавно. Если установят владельца сетки, ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей. А максимальное наказание по 256 статье Уголовного кодекса России – лишение свободы до 2 лет. По материалам наших сотрудников переданы в органы дознания для возбуждения уголовных дел. Мы очень активно работаем это с сотрудниками полиции, как транспортными, так и на территориях. Акцию «Живая Волга» общественники вместе с надзорными органами проводят в дни нереста с 2017 года. Приурочена она ко Дню Волги, который отмечается 20 мая уже более 10 лет по инициативе ЮНЕСКО. Длина реки составляет 3530 километров, а площадь бассейна занимает около 8% территории России. Экологии Волги уделяют особое внимание, ведь это уникальный географический объект, обладающий богатыми природными ресурсами. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн встретился с жителями Самары. Недовольство управляющей компании, предложение по реновации исторического центра, помощь в предоставлении жилья и многое другое – вот проблемы, с которыми люди шли к парламентарию. Многие вопросы удалось решить уже в ходе встречи. Тему продолжат наши корреспонденты. От благоустройства до планов по развитию исторического центра депутат Госдумы Александр Хинштейн провел прием граждан. Так жители ЖК в границах улиц Анфирова и Московского шоссе и Гастелло обратились к Александру Хинштейну. Они выразили недовольство построенным рядом с их домами зданием. У нас получается во всех домах внутри дворовые территории заборы одни. Сама постройка законная, но жители переживают, что в их дворе может вырасти многоэтажка. Также они пожаловались на свою управляющую компанию. Сейчас люди пришли с новыми конкретными примерами, когда, по их словам, за одни и те же помещения собираются дважды средства. Если это так, конечно, в этом есть признаки уголовного состава преступления, поэтому соответствующие проверки правоохранительных органов будут инициированы. Максим Каштанов обратился к депутату с предложением по реновации исторического центра Самары. Он предложил сформировать единый орган управления историческим центром города. Также важно разработать детальный мастер-план. Присутствующий на приеме руководитель управления главного архитектора Самары Игорь Галахов выразил готовность оказать помощь в доработке идеи. Александр Хинштейн обещал обсудить проект с главой региона Дмитрием Азаровым. Мы сейчас расстались на том, что инициативно приходящие ко мне люди вместе с уже существующими нашими активистами, градозащитниками, с органами власти объединяются для того, чтобы подготовить презентацию, как это может быть.
Елена Погодина из поселка Шмидта в железнодорожном районе Самары попросила Александра Хинштейна помочь с ремонтом главной дороги в населенном пункте. Депутат направит запрос в администрацию города с просьбой включить дорогу в поселке Шмидта в план по ремонту городских автотрасс. Мне удалось добиться из выделения из федерального бюджета крупной суммы, порядка 3 700 000 000 рублей, сверх ранее установленных лимитов, на приведение в нормативное состояние дорог на территории Самарского региона. Я буду просить включить туда и часть дорог в Запанском. Несколько вопросов касались помощи в предоставлении жилья. Кого-то выселили из ипотечной квартиры за долги, у кого-то в частном доме случился пожар. Приглашенные на прием представители Департамента управления имуществом Самары пообещали, что окажут помощь нуждающимся. Все остальные вопросы, озвученные в ходе личного приема, также на контроле депутата. Ольга Волкова, Василий Колдашов. События. Как говорится, не месяц май. Но что делать, если поговорка теряет свои актуальности? Третий месяц весны до сих пор не радует теплом. Плюс ко всему на город надвигаются геомагнитные бури, что также не добавляет оптимизма. Какая погода ждет самарцев во второй половине мая? И как справиться с влиянием геошторма на психику и здоровье? Узнала Юлия Василькина. По словам синоптиков, 12 мая Самара вновь установила очередной рекорд. Был перекрыт абсолютный суточный максимум по осадкам – 15,6 мм. Последний раз такой показатель был зафиксирован 34 года назад. Май в этом году холоднее, чем в прошлом 2021. Тогда в эти дни столбик термометра поднимался до 30 градусов и выше. По данным Приволжского ГМС, сегодня ночью в регионе вновь ожидаются заморозки с температурой воздуха от 0 до минус 2 градусов. Май нынешнего года, вот прошедшая часть этого мая, у нас необычно холодная. Первые 10 дней в среднем температуры были ниже нормы на 4 градуса. А вот дни второй декады, то есть 11, 12, 13 число, у нас температурный режим ниже нормы на 6-8 градусов. Ну, то есть это для мая, конечно, необычно для этого периода, такая прохладная погода. Май богат иномагнитные бури, которые ожидаются силой в 3-5 баллов. Магнитосферные толчки начнутся 13 мая и завершатся лишь к вечеру 16-го. Они приведут к небольшим возмущениям геомагнитного поля в 3 балла. Это начальная стадия геомагнитных бурь, которая не окажет существенного влияния на здоровье, но может немного ухудшить самочувствие. Возмущение геомагнитного поля уже успели почувствовать горожане. У меня сердце бьется. Завариваю успокаивающие травки. В аптеке какие продают, там валериан, что там, и все. Да, давление обычно поднимается, когда магнитные бури, головные боли бывают. Ну, возрастной, наверное. Таблетки от давления в основном. Вот. Ну и оптимизм. Как без этого? А так больше никак. Вы как-нибудь чувствуете на себе геомагнитные бури? Как-то меняется ваше состояние? Пока еще нет. С вечера 19 мая по 21 ситуация повторится. Вновь произойдут колебания геомагнитного поля. В том случае, если магнитные бури постоянно приводят к плохому самочувствию, необходимо обратиться к врачу. Специалисты объясняют, что каждый случай индивидуален. Одни люди воспринимают жизнь позитивно, другие любят погрустить. А у природы нет плохой погоды. Нужно в любом случае, если вы наблюдаете все у врача, у вас есть гипертоническая болезнь, вегетососудистая дистония, какие-то, допустим, легкие фитопрепараты, биологически активные добавки использовать для повышения своего эмоционального такого вот самочувствия. Для тех же, кто впервые почувствовал себя плохо во время магнитных бурь, следует отдохнуть, пообщаться с семьей и друзьями, заняться физкультурой. Все это поможет привести себя в чувство даже в самой сложной ситуации. Пик магнитных бурь в 4-5 баллов придется на 24-26 мая. В такие дни особенно важно не переутомляться, нормализовать режим сна и отдыха. Универсальный инструмент, который никому никогда не нравится, это называется воля. Да, когда тебе больно, страшно, холодно, не выспался, не покушал, там, не отдохнул и так далее, но ты идешь и работаешь. Да, и в этот момент человек организовывает свой быт таким образом, чтобы не возникало трудностей. Прислушаться к рекомендациям специалистов стоит, ведь быть в гармонии с собой и сохранять позитивный настрой очень важно. Тогда жизнь и погода будут обязательно радовать. Юлия Василькина, Николай Сидоров. События. Тем временем жители города все же не теряют оптимизма. День Победы, салют и всего 3 рабочих дня. Чем запомнилась самарцам уходящая неделя, узнали наши корреспонденты. Неделя прошла хорошо. Ну, 9 мая было, конечно, самый главный праздник в нашей стране. Слава богу, все живы, все здоровы, никто не болеет. Это самое главное. Погода была солнечная. На салют сходила, погуляла, отдохнула.
все хорошо прошло. Продолжаю учебу в Самарском университете. Ярких событий, конечно же, не происходит, но студенческая жизнь, она такая. Учимся, продолжаем познавать что-то новое. У меня сын приехал. Большая радость. У меня сегодня у подруги радостное событие, юбилей, день рождения. Вот я радостная такая, к ней на юбилей иду. Неделя была просто рабочая, обычная, отдохнула хорошо. И о других событиях этого дня расскажем в нашем видеообзоре. В Самаре бойцы спецподразделения «Гром» помогли пострадавшему в ДТП мужчине. Инцидент произошел 7 мая на пересечении улиц Революционной и Гагарина в Самаре. Автомобиль «Лада Калина» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной «Грейт Уолл». Водитель отечественной легковушки не смог самостоятельно покинуть машину. На выручку ему поспешили бойцы спецотряда, проезжавшие мимо места происшествия. Пострадавшему оказали необходимую доврачебную помощь. Полицейские остановили молодому человеку кровотечение и вызвали скорую. Позже мужчину передали медикам. Самарцы забронировали почти 3000 путевок в летние лагеря. Посредством бронирования через социальный портал дети региона обеспечиваются льготными путевками, то есть с частичной оплатой стоимости. Родительский взнос составляет от 7,5 до 12,5 тысяч рублей, в зависимости от условий пребывания ребенка. При этом 60% стоимости путевки в лагерь, приобретаемой в рамках государственного контракта, оплачивается из средств областного бюджета. Продолжительность смен составит 21 календарный день. Скорость электросамокатов в России хотят ограничить до 25 км/ч. В настоящее время разрабатывается новый ГОСТ для средств индивидуальной мобильности. К ним относятся электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Также производители хотят обязать оборудовать устройства системами замедления в парках и спутникового слежения. Эта функция уже есть в кикшеринговых средствах передвижения. Теперь она будет обязательна для устройств из магазинов. В театре драмы премьера. Спектакль по пьесе Евгения Гришковца «Весы». Почему режиссер-постановщик выбрал именно эту пьесу и о чем она, узнала Виктория Шарая. В Самарском театре драмы долгожданная премьера. Из-за пандемии, когда зрительные залы заполнялись не более чем на 50%, спектакли ставились редко. И сейчас театры переживают своеобразное пробуждение. Режиссер-постановщик Михаил Лебедев представляет публике спектакль «Весы» по пьесе Евгения Гришковца. Современная драматургия, да, это, мне кажется, очень простой и понятный язык, да, без каких-либо, ну, там, наворотов. Но одновременно с этим он и, ну, и современный, и, мне кажется, и молодежный, да, потому что возраст семьи сейчас у нас все молодеет и молодеет. Действие разворачивается в родильном доме, но на сцене в качестве героев не мамы, как это можно было бы ожидать, а отцы. У режиссера полтора года назад родился сын, поэтому тема отцовства ему близка. Кроме того, признается, хотелось зарядить публику позитивом. А что может быть более жизнеутверждающим, чем рождение ребенка? Всегда, да, человеку хочется, ну, услышать что-то приятное, что-то особенно вот в том информационном поле, в котором мы сейчас находимся. Я нахожусь в том числе, ну, правда, хочется иногда, ну, каких-то хороших новостей. А те обстоятельства, в которые помещены герои пьесы, ну, они заведомо, они даже не хорошие, они, ну, они такие космические. Ну, кто там ждал появления детей, да, тот примерно представляет, что это такое. На сцене четыре отца, у каждого своя судьба. Один из них пришел поддержать старшую дочь, которая стала мамой без мужа. Второй сопровождает друга. В прошлом он сам потерял ребенка. Его друг – отец двух дочерей и мечтает о наследнике сыне. А четвертый решил присутствовать на родах. Это, конечно, такое событие. Я такое пережил. В конце спектакля отцы приходят к выводу, что не столько дети нуждаются в родителях, сколько сами родители в своих детях. Финал счастливый, все роды прошли прекрасно, а отец двух дочерей, мечтавший о сыне, получает сразу двух. Виктория Шарая, Николай Епифанов, «События». Вальс, полонез и инклюзивный контрданс. В Самаре прошел королевский бал для людей с ограниченными возможностями. На него съехались не только участники, но и представители 7 регионов, которые мечтают устраивать такие праздники в своих городах. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Здравствуйте!
полонез и инклюзивный шотландский контрданс. Эти и другие танцы исполнили участники первого королевского инклюзивного бала, который прошел в Самаре. По словам организаторов, его главная задача – отвлечь присутствующих от текущих проблем и болезней, сделать так, чтобы они, пусть ненадолго, хотя бы на 3 часа, оказались в сказке. Ну, конечно, вся команда, все организаторы очень переживают. Мы готовились к этому мероприятию много месяцев. Последние недели не спали. Последние недели готовились, потому что хочется, чтобы когда сюда, здесь будет более 150 гостей, хочется, чтобы когда сюда все зашли, все попали в сказку. Бал состоялся при поддержке Фонда президентских грантов, национального проекта образования правительства Самарской области. Поддержать участников приехала и министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева. Хотела бы, наверное, сказать самое главное, ребят, какие вы все красивые. Вы потрясающе выглядите все. Вы очень молоды, красивы, добры. Такая энергетика в зале потрясающая. А тот танец, который вы сегодня открыли, наш королевский инклюзивный бал, какая работа была вами проделана огромная. Каждый из вас самый лучший. Хореограф бала Анна Сергеева рассказывает, что когда речь идет о танцорах с ограниченными возможностями, каждому требуется индивидуальный подход. Движения танца должны быть понятны и удобны. На самом деле особой разницы нет. Все люди мечтают о сказке, и они мечтают попасть на бал, надеть белое красивое платье и почувствовать себя Золушкой. Только в этом вся и разница, что там более усложненные танцы, здесь более простые, а ожидания одинаковые. Организаторы надеются, что совсем скоро самарскую эстафету инклюзивных балов подхватят другие регионы, и событие приобретет общероссийский статус, а у участников будет больше поводов для общения и приятных встреч. Ольга Волкова, Виктория Шарая, Николай Епифанов. События. В Самару впервые привезли Кубок Гагарина, главный трофей КХЛ, континентальной хоккейной лиги. Его выиграл самарский нападающий московского ЦСКА Тахир Мингачев. Кубок и главного спортивного героя нашего времени увидел наш корреспондент Сергей Кизоркин. Любители хоккея и болельщики столичного ЦСКА могли сегодня прикоснуться к главному трофею КХЛ – Кубку Гагарина. В Самару приз привез его обладатель Тахир Мингачев, воспитанник самарской школы хоккея. В таком большом спортивном празднике горожане даже и не ожидали поучаствовать, ведь самарская команда ЦСКА ВВС не играет в КХЛ. Зато в этом сезоне за московских армейцев выступил наш земляк. Первый раз, конечно, кубок привожу в свой родной город, надеюсь, не последний. Но, не знаю, я в восторге, я рад, что я могу привести такой трофей, показать на всеобщее обозрение. Тахир Мингачев с 4 лет в хоккее. Первый тренер Валерий Дадаев. В свое время он играл за Куйбышевский «Маяк». Железный Михалыч, как его любя называют близкие люди, сумел воспитать не только обладателей Кубка Гагарина, а еще и серебряного призера чемпионата мира среди 18-летних хоккеистов. Кроме того, на счету Мингачева победа в чемпионате высшей хоккейной лиги в составе столичной звезды. Достижениями своего воспитанника тренер Дадаев доволен. Благодаря семье, совместной работе с тренером, они никогда не лезли в тренировку. Процесс. Но я уже говорил, вот недавно мы с ней с мамой разговаривали в свое время. Ну что ж такое, Валерий Михайлович, все Мингачев да Мингачев, что человек фамилии, что ли, других нет фамилий. И вот недавно напомнил, ну где вот один Мингачев, говорю, и остался вот так вот. Напомним, ЦСКА держал победу над магнитогорским «Металлургом» в 7 матчах со счетом 4-3 и стал 2-кратным обладателем Кубка Гагарина. Армейцы – второй в истории клуб, которому удалось добиться успеха на решающей стадии после 3 поражений в первых 4 матчах. Кроме чемпионского титула, Тахир Мингачев получил еще и звание «Лучший новичок финала плей-офф континентальной хоккейной лиги». Работа тренеров, таких мастеров своего дела, как Валерий Михайлович Дадаев – и его коллеги, она все равно не может пройти бесследно. Поэтому вот Тахир, надеюсь, это первая ласточка, первая звездочка той хоккейной школы, которая ведет свой отчет с 2013 года. И, конечно же, мы все счастливы. Тренерский потенциал, традиции самарского хоккея, они дорогого стоят. Кубок Гагарина находился во дворце спорта всего 1 час. С 4 до 5 вечера любители хоккея фотографировались с призом и уже с легендой самарского хоккея Тахиром Мингачевым. Поздравили новоиспеченную звезду самарского спорта руководители городской и областной федерации хоккея, а также Министерства спорта.
и пожелать тебе успехов в новом игровом сезоне. Спасибо тебе большое за то, что кубок сегодня у нас. Я надеюсь, что для ребят, юных хоккеистов, которые здесь сейчас присутствуют, это новый стимул к тому, чтобы этот кубок каждый год, когда-то, да, когда вы зайдете в команды сильнейших хоккеистов Российской Федерации, приезжал в наш родной город. Спортивный праздник в Самаре завершился, но по эстафете Кубок Гагарина продолжит путешествовать по России. Такая возможность показать трофей КХЛ предоставляется каждому из игроков, победившей в финале команды, начиная с 2012 года. Как правило, хоккеисты в этот день везут кубок на свою малую родину. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина продолжает покорять турнир в Риме. Она добралась уже до четвертьфинальной стадии, обыграв третью ракетку мирового рейтинга. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Риме обыграла третью ракетку мира, испанку Паулу Бадосу, со счетом 6-4-6-4. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Касаткина допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 17 брейкпоинтов. За выход в полуфинал Касаткина сыграет со швейцаркой Иль Белен Тайхман, которая в предыдущем раунде обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Хоккейный клуб «Лада» продолжает укомплектовывать состав на следующий сезон. Контракт на 1 год с командой заключил нападающий Михаил Варнаков. Форвард имеет за плечами 14 сезонов в КХЛ, где выступал за нижегородская «Торпеда», казанский «Акбарс», «СКА» и московская «Динамо». Всего на счету Михаила 663 матча в рамках регулярного чемпионата, где он набрал 371 очко и 37 очков в 85 играх плей-офф. Еще клуб произвел обмен с автомобилистом, по результатам которого в Екатеринбург отправились защитник Михаил Головкин и нападающий Вадим Сущев. Взамен тольяттинский клуб получил нападающего Романа Ивашова, который в минувшем сезоне выступал за фарм-клуб автомобилистов ВХЛ «Горняк» УГМК. В 46 матчах регулярного чемпионата он набрал 31 очко, в 8 матчах плей-офф Роман заработал 9 очков, став лучшим бомбардиром команды в играх на вылет. В Самарской области стартовал чемпионат региона по футболу среди муниципальных районов. Первые матчи состоялись среди команд высшей лиги, в которую входят 12 коллективов. В минувшие выходные встречи прошли в 6 муниципальных районах Самарской области – Сергиевском, Красноярском, Большеглушицком, Кинальчеркасском, Хворостянском и Кошкинском. Турнир высшей лиги завершится в октябре. Команды встречаются друг с другом 2 раза, лучших определят по количеству набранных очков. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС» – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Глава Самары Елена Лапушкина в своем телеграм-канале выразила соболезнования родным и близким Валерия Гришко. Отметив, что для Самары и коллектива театра драмы имени Горького, художественным руководителем которого был Валерий Викторович, это горькая утрата. Гришко прошел яркий творческий путь. Актерский, режиссерский, целиком и полностью отдавал себя своему делу. С искренним неравнодушием, любовью и уважением к Самаре и каждому зрителю, который приходил на спектакли нашего драмтеатра, опубликовала в своем телеграм-канале глава города. Цифровые услуги в 2021 году в России оказались более востребованными, чем общение офлайн, говорится в телеграм-канале Департамента информационных технологий и связи. Интернет-пользователи в конце лета и начале осени 2021 года отдавали предпочтение цифровым сервисам, а не очным контактам для различных нужд, несмотря на снятие основных противоковидных ограничений. Данные получены в результате опроса, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний. В телеграм-канале администрации городского округа Самара рассказывают, как узнать о наличии лекарств в аптеках. Это можно сделать по опубликованным ссылкам на сайтах аптечных сетей и по телефонам аптек. Также доступны телефоны справочной службы здоровья 007 со всех стационарных телефонов и 213-03 для междугородней и сотовой связи. 21 и 22 мая в Самаре пройдет Ночь музеев, информирует в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы мэрии Елена Рыжкова. Совсем скоро появится полная программа, а во вторник, 17 мая, пройдет пресс-конференция и будет опубликована полная карта активностей. Каждый год к акции присоединяются все больше музеев, и не только областные и городские. Частные музеи тоже открывают свои двери для посетителей. Приглашают осмотреть экспозиции, поучаствовать в мастер-классах, концертах, перформансах и викторинах. А на этом у нас все. Всего доброго, хороших выходных.